Прием, здорово всем, с вами Хилхерц, это у нас игра Elden Ring и, наверное, 37-я серия нашей Санта-Барбара. Ох, мать моя, как же давно это было. Я надеюсь, вы еще смотрите. Я надеюсь, YouTube еще не заблокирован. Здорово. Понятия не имею, как это произошло, но... Еще по горбу, на кудлатый. Anyway, подлаги сразу, какие красоточки, о-ля-ля. Я бы посмотрел, что у них под этими одеяниями, если вы понимаете, о чем я. Ну так вот, мы с вами в прошлой полуторачасовой серии добрались до святого древа Михелы. И здесь нам нужно найти мать ее Валькирию. Но это еще не все. Перед этим нам предстоит разобраться с этими малютками-работягами. Я, знаете ли, не фанат малюток-работяг. Поэтому буду шотать их с пухи-дрюки. И не надо меня за это осуждать, пожалуйста. Первым делом забираем души. И двигаемся дальше. Бубльгумы свои надувают, и нам пофигу. Здесь ультимативное количество ништяков. Скорее всего, большую часть... Ну, наверное, не буду рубить с плеча. Какую-то часть этих ништяков я, разумеется, упущу. Еще мне сказали, где-то есть талисман, который позволяет возвращать очки концентрации за убийство противников. Я такого, к сожалению, еще не находил. Судя по моим данным, эта локация очень сложная. Кажется, я могу сделать паркур. Блин. Очень сложно, здесь много противников дополнительных. Нужно было делать разбег, как вы понимаете. Ну, нормальный парень всегда с первого раза не получается. Сейчас все сделаем по красоте. Так, ну, Владос, ну это как-то несерьезно. На тебя же, наверное, возможно, смотрят люди. Я вчера хотел было сделать стрим, у меня сегодня 16.03. Я 15 числа не записывал. Лол. Ощущение такое, как будто куда-то 15 число делось. Врать не буду. Так вот. Во, нормально. По-пацански разогнался и прыгнул. Моя любовь, my love. Ага, it's fake. Ну шо, сутулы? Воу, полегче. Это сейчас не шутеечка, родненький? Юу. Муравьи. Здесь эти существа. А вообще, можно здесь пожить сегодня? Если честно, я без понятия. Но урон весьма... мое почтительный. Я, наверное, буду скипать их. А какой в этом прикол это все убивать? Души тоже, наверное, придется скипать. Эту тварь убиваем. Она ненормальная. Туда тебе дорога, дрянь. Лок цели автоматом переключился туда, куда мне было не нужно. Ну, ничего, не беда. Я думаю, рано или поздно мы куда-нибудь сможем прийти. Ну, согласитесь, было бы неплохо. Уже где-то мистер Дудец дудит. Господи, какой же урон они наносят. А, здорово. Там ништяк, хочу забрать. Я не знаю, на кой фиг мне это нужно, но почему бы и нет, когда да. Серьезно. Ра-та-та-та. Очень повезло. Блин, жесть они. Откуда они дудят, я не понимаю. Причем, что интересно, они прям передо мной создается эта херня. Этих двоих бы выключить из игры. Кудлатеньких. Ой, Миядзака, не мог даже это сделать. Косоруки ты, Миядзака. Тут же ништяк где-то. Это красная гниль, бежать. На, в жопу, пойдемте вниз. Я думаю, мы так бесконечно долго можем этим заниматься. Мы хотим заниматься бесконечно долго отдыхом. А это, как все мы можем понимать, нифига не отдых. Очень злые муравьи. Я решил быкануть, но так посмотреть, насколько они мощные. И сделал вывод, что они мощные. Здесь все, мать ее, с красной гнилью связано. Там ништяк, ну надо взять, Владос, ну соберись. И справа ништяк, блин. Цель вижу, препятствий не вижу. А не допрыгну сюда. Зарезного эту взять. Тут хороший ништяк по цвету. Муравей, иди в жопу. Карусель, карусель, кто успел, тот успел. Отсоси-ка, муравейка, ты, дын. Йо-йо, мистер Флексер шмексит. Глупый. Малютка совсем еще не дорос. Для того, чтобы сражаться с Владосом. Да попустись, кудлатый. Куда тебе до меня? Нихера себе. Нормальный такой залп по лицу. Нихера себе. Здорово. Пощади. Ой-ой, большой горн у него. Корона обоссанца.
Это, скорее всего, остановочка. Я не буду с ним драться ни при каких обстоятельствах. Сами понимаете, они ультимативные. Они просто меня затолкали. Просто за гэнг-бэнкали. Может, попуститесь, уважаемые? Ну, по одному с ними, в принципе, можно было бы разобраться. Но мы же не хотим. Какой в этом смысл, когда смысла нет? Прямо такие, ага, локации с первого Dark Souls есть. Локации с второго Dark Souls есть. Локации с третьего Dark Souls есть. Слушай, а выглядит сексуально. Скажешь, сюда. И я новое что-то получил. О-ля-ля. Мягкие, никто не знает, что скрывается под тканью. Некоторые утверждают, что доносили слышные стоны. Игра воображения. И не сексапильно. О, вот это чемпион, нормально, сюда. Это я, здорово. Когда мама в школу собирала и укутала, или даже бабушка. Бабушка всяко лучше укутает, чем мама. У меня два плаща. Нормальные парни носят один плащ. Клевые парни носят два плаща. Тыдынц. Здорово. Где-то была развилка с ништяком. Я ее упустил. Представляете? Не хотел, но упустил. С этими придется, наверное, разбираться. Блин, любить главного этого. Чарлидера их местного. Хотя, думаю, впереди еще такие же будут. Озон мне что-то прислал. Господи, миллиард лет. В Озоне ничего не заказывал, а эти говнюки мне постоянно что-то заказывают. Блин. Ой, мудак, ой, мудак. А есть опция пожить? Бежать? Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Исцеляться. Я надеюсь, что получится добежать до точки сохранения. Что нам это жизненно необходимо. Ну, шансы есть. Да, шансы есть. А, была лестница, окей. Рычаг не поддается. Вот стойно. Ой, благодать. Твою же мать, хорошо дошли. Очень душная локация, господа и господа Несса, при всем моем уважении и неуважении. Где-то 45 тысяч душ тут похоронено уже, но ничего, бывает. Территориально мы здесь, хорошо. Получается продвигаться, надеюсь на это. Здесь очень много сокрытых проходов в виде всяких лестниц. Кто это? Кто это? Ты куда ушел, мальчик мой? Ты что, грыпый? Позвони потом. Отбитая локация. Опа, повезло. Малютка не успел. Блин, Ася почти догнал меня. Но я оказался проворнее, знаете ли. Ой, тут работяги уже ждут. А я такой, ша! Не! One shot, one kill, no luck, just skill сюда. И этому тоже кудлатому по щам. Опа, сюда парень сзади не имеет. Талисман жемчужного дракона. Это не физические атаки защищает меня лучше. Ну не зря в детстве школу паркура не прогуливал. А ведь мог, а ведь мог. Вот здесь у нас есть корень. Люблю коренья. Да и соленья тоже не прочь отведать. Блин, тут такая разноуровневость, мать моя. Работяги, у него красобилка для вас есть. Ну так мало. О, нифига они плотные, тогда это не ошибка использовать эту магию. Этот магический прикол Дес. Ему получится перенапределить поток. А не получилось. Надо пуху точить. Пуху точить никогда не ошибка. Всегда не ошибка, в смысле. Я наверх не ходил, давайте сходим. Не знаю, как вам, а мне интересненько. Я уже знаю то, что вот это. Валькирия будет красной гнилью бахать, что не в себя. И я не очень этому рад, врать не буду. Ну а куда деваться, господа? Куда, блин, деваться? Я все еще с начальным посохом гоняю. Так, там ништяк есть. Тут проход есть. Вообще, в идеале бы чуть-чуть назад вернуться. Есть всяких смазочек нам. Опа, уберем мега-пупер цветок. Надеюсь, что он вверх будет только бить. Нет, он, к сожалению, убил насквозь. Ну ничего. А, их тут два. Я так понимаю, в этом месте лучше не находиться вообще ни при каких обстоятельствах. У меня же даже заклинаний-то нет, чтобы нанести ее достаточно урона. Фонарик, пожалуйста. Давайте теперь через низ пойдем. Я так понимаю, прокачаться мне здесь все равно не суждено. Так что какой в этом всем смысл? Можем просто спидруинить. Как всегда и делали.
Ага. Ой-ой-ой, мудачё. Нападают. Мы выживаем. Да, ожидаемо. Лучше их убивать все-таки. Так, надо выкинуть мусор. Ништяк, кстати. А тут ништяк, кстати. Большой работяга. Почему-то он не стал выражать. Я обосрался с перекатом. Два раза, причем на второй раз игра меня простила почему-то. Успею ли я полечиться? Повезло еще разочек. Натягаю, как могу. 3000 на мана. Вполне приемлемый себе урончик. Немножко рун. Опа! Хотел меня зафлексить, я сам себе зафлексил, дрянь. Сюда. По идее, мог бы спуститься anyway. Ой, это какой-то большой. Большой гэнгстер. Я таких не люблю. Еще бы чуть-чуть не хватило хпшки их нанести урона достаточно. Так, я, наверное... Нет, 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 Влад. Опа, я просто на писечку прошикнул, прыгнул. Я вниз не пойду. Благодарю. Мне там не понравилось. Так, тут две малютки есть. Так, малютки согрели большого. Хреново. Ну что, все или вторая тоже подойдет? Я же видел, ты хотел. Потом что-то раз и перехотел. Вот этот большой ваш тоже работяга сейчас получит по щам. Чего он хпшки имеет? Ну все, все, успокойся, ты что-то прям много о себе возомнил. Дракон, ничего себе, они ништяки тут охраняют. Понятное дело, что он отсюда уходить не хотел. Пляшка всего плюс 7, я смотрел, ребят, уже плюс 12 бывает. Ожидаемо. Сейчас в поток попадут все. Ра-та-та-та-та-та-та-та. Ну почти все. Ты сам решил спрыгнуть. Ведь я недостоин драться против этого великолепного мужчины. Да, цветы там пытаются ауешнуть. Удачи им, добра. Это сверху прыгнет. Руны все. Благодать сюда. Не дать, не взять. И это же благодать. О да, сложная локация, без шуток. Так, это уже третья благодать. Потихоньку продвигаемся. Не знаю, куда идти правильно, честно говоря. Но раз мы идем и находим благодати, значит, это тупо верный путь. Я попробую их потихоньку вырезать. Опа, тут ништячки. Можно было не трогать, кстати, было бы проще даже. Ну нет, нормально, стоило того вполне себе. Вот муравьев обоссанных хочу убить. Зря, наверное. Повезло, он просто не успел. Ну конечно, что мне на пол лица дашь. Плюху, братишка. Просто повезло, что он тоже промахнулся. Но их вроде было бы 3. Ну конечно, что ты попадешь. Опять промахнулся, слушай, Миядзака. Такие недоработки мне нравятся. Делай их почаще. Бабочка Эонии. Не знаю, зачем нужна. Но раздают, значит, зачем-то нужна. Работяга такой скучает, ждет. Владос, ну ты где? Давно не виделись. 3 дня ждал тебя. Блин, урон имеется, это радует. Вторая заряженная атака тоже была. Это красиво. Опа. Это я знаю, духов призывает. И этого нам не надо. Надеюсь, она отъехала. Хорошо. Так, их тут до хрена. К нашему величайшему сожалению, кристаллицы обоссанца, он подохнуть должен. Чё-то я не понял. Я брал вашего капитана. Как же он выживает-то? Ну давай. Просто падает говнюк. Что мы скинем нахрен? Наверное, просто пробегу. Я не хочу с ним тратить время, ману. Лишено всяческого смысла, я думаю. Судя, как по мне. Просто на пол шишечки прыгнул. Ты смотри, какой
Чемпион дальнопрыгающий. Вряд ли сюда. Выглядит как сюда. Можно было бы их не трогать, но они же житья не дадут сыграться. Я думаю, что лучше я их потрогаю чуть-чуть. Согрю чуть-чуть побольше. Больше, побольше работяг согрем в одно место. Итак, жух. Уже неплохо. С этим можно разобраться. Как кристаллицу. Приветы передаем. Можно было, оказывается, совершенно спокойно сюда при помощи лестницы спуститься. Ну, кто же знал. Опять же, кто на дереве будет хату себе строить? Вы чё? Я вообще как бы на одном месте кружусь, как будто, судя по ощущениям. Вон и нет, надо выпить. Неудачно. Добивать. Подбегать и добивать. Можно убить его так, интересно? Да, слушайте, легчайше. Ну, это вроде хп наливает. В принципе, не то, чтобы мне супер надо, ну ладно. Выглядело тупиковатым. Надо убивать, он мешать будет. Здесь ништяк спрятать от меня хотели, священный бутон. Я за всю игру ни одного расходника не использовал, понимаете? Ненормально, наверное. Так, ну-ка. Бег с тубы хотел, но не вышло. Так, здесь есть окошко. Да, 100% можно выйти, но там какая-то дичь. Наверное, выпью. Для уверенности. И чё, и как? Чё, по урону? Без вариантов. Меня изнасилуют во все щели сейчас. Конечно, братишка. Охеренно. Вкусное говно, вкусное. Люблю кушать говно от Миядзаки. Нравится, нравится. Так, ну, с этими ублюдосами разбираемся. Я, короче, хочу в туза к нему зайти попробовать. Прокастануть свою комету Азура. В надежде на то, что получится. Братан, что там кастуешь, а? Петушила никчемный. Сука, успел. Что делать? А, ну ты это херачишь. Неплохо так, я смотрю. В принципе, да охеренно, чё нет, мразь тупая, сука. Ну вот, хоть кто-нибудь скажите, что эта сучара попала по мне. Я бы забанил вас. Потому что он не попал вообще. Ни при каких обстоятельствах. Мудачьё. Мудачьё под... Лярва никчемная. Сын дерьма, блин. Брат Миядзаки. Ну как от этого доджить, алё? Миядзака даунич, блин. Беру слова, конечно, назад, но это просто трында. Я, наверное, даже психану. И не буду с этими кретинами драться. Типа, какой в этом смысл и прикол, согласитесь. Кажется, это лишено всяческого смысла. Просто бы души забрать, если получится. По периметру обойти этих нерадивых кретиничей. Нормально, ничего, я согласен, как всегда. Миядзака прав. Миядзака всегда прав. Ой. Я лут, конечно, заберу, если получится. Кузнечные камни забрал, пошли в сраку, кретины косорукие. Скорее всего, что-то будет. Что-то, что мне не понравится, наверное. Призываем, пока дают. Рыцарь Святого Древа. Здесь, наверное, призыв какой-нибудь топовый будет. Не то кнопку нажал, разумеется. Может, ты слезешь? Мы с тобой по чесноку поговорим. Лучше, но он прям очень имеет урон. И очень крутой противник, как по мне. Прям очень крутая. Но у меня нету другой схемы победы, кроме как вот это вот. Что с лицом, родная? Что-то кастует какую-то хрень. Ты же понимаешь, что тебе это вряд ли поможет. Посмотри на этого мужчину-чемпиона, красавчик. А, то есть она всех бьет, да? Ну, чё нет, тогда можно, да. 10 раз подумаешь, стоит ли подходить к этой твари.
покастовать чуть-чуть, думаю. Блин, нормально, красиво так разваливаем. Красиво, слышите, очень красиво. Да, легчайше. Красивый босс, крутой. Ну, я думаю, развалил бы, если что. О, это самая топовая штука, боевой серп Лоретты. Это я даже посмотрю. Так, подробности как-то можно сортировать. А, сменить вид? Нет. Движение. Да нет же. Короче, я не знаю, придется искать так. Кто-нибудь помнит, как это выглядело? Вот, силы 20 требуется. Ну, она на магию, каявчик. Слушай, ну этот босс крутой. Ничего себе, душ за нее дали. Это прям лютая эндгеймовая штука. Я думал, мне за нее еще призыв дадут. Ну, видимо, нет. Если я не ошибаюсь, это заклинание поддерживаемое. То есть его можно натягивать. Так, наверное, остальное буду в хп бахать. Можно еще, конечно, мудрость улучшать. Или все-таки маг типа того. 18 силы хочу. Остальное хп, что ли? Даже не знаю, что еще бустить, если честно. А, изучить чары и молитвы. Давайте сюда поставим его. Ого, 46 мудрости. Я могу в теории это заюзать? В теории могу. И для этого нужно эту голову надеть. У меня все еще будет среднее снаряжение. И возможно, сколько на уровень? 37 тысяч, нифига себе. Ну-ка. Так, пщух. Где-то еще зарядить можно. Ра-т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 а-
я немножко меч проточил на плюс 9, это просто имба. Теперь души фармить вообще одно удовольствие, вот этот, ну помню, сами поняли, какой меч. Верно, тогда мудрости еще немножко бустану. Это всегда перераспределить можно будет. Дальше бустим мудрость, так, как-то так. Променад называется место, это очень красиво. Держите в курсе, пожалуйста. Это лифт? Я думал, лифт, нет? Не знаю, мне чем-то полость напоминает, а полость я не очень любил в первом Dark Souls, потому что всегда можно навернуться. И как бы против этого. Можно еще... Ой-ой. Можно еще улучшить очки концентрации, чтобы больше. Но хпшка тоже не ошибка, знаете. Лола, как-то можно туда попасть? Можно, наверное, но какой в этом прикол и смысл? I don't know. I like it. Хотя, по идее, вот так и можно сюда попасть. Ну, а ради чего? Ради вот этих вот побочек? А, здесь. Они. Драконий кузнечик. Им баланснейшие штуки тут дают. Просто пушка ракета. Блин, может на мудрость переточиться? Ну, в смысле, на веру. Я не знаю, я не хочу использовать вот текущий период, который локализаторы сделали. Ну, типа, что за кретинство? Интеллект и мудрость, блин. Всегда, сука, интеллект интеллектом был. А это майнд, не знаю, рассудок бы сделали, я не знаю, какой-нибудь. Чтобы люди не путались, это такую срань сделали. Мне проще по-английски, ну как вспоминать. Эльфаэль, опора святого древа. Слушайте, ну тут еще играть и играть. Это я только часть прошел, мама сита. И как-то тут никто ко мне не очень-то добр. Тоже противнички. Так, ну, что-то я думаю, меня будут натягивать потихоньку. Куда ты там бежишь со своей заряженной атакой? Попустилась коза. Нормальные такие мощные противники. С них вроде сет можно выформить. Охерительно красивый. Так, сразу как это называется? Точка телепорта, чтобы знать. Молельня. Мы призывом? Угу. Видимо, тут будут драть. Блин. Роботяги, меня сильно будут драть или не сильно? Чё, как всюку? Ага. Ты свистун, что ли, или что ты там делаешь? Фаерболист, это ага. Это ауешники местные. Да-да-да, опа, я такой тактикульно за спину взял, как Крис, этих. Ща, унизил, опустил, попустил, распустил. Легчайше, не почувствовал. Я могу при желании даже по этой опоре пройти. Но нужно ли она мне? Я могу сюда зайти. Опа, работяги живут. С этим я сам разберусь, а он уже того. Руна, можно тут посидеть у вас? Ой, хорошо. Рова. Жук. Отдыхает молодой человек. Ладно, не будем заниматься фигней. Все-таки молельня. Тогда беру свои слова назад. Нельзя так делать было.
Вот вниз можно, но это тупо опора. У меня очень много вариантов, куда пройти. И я уверен, здесь столько сайд-вещей будет, что просто офигеешь. Ну, в плане того, куда можно пройти. Яйцами все какими-то заражено. На креслице отдыхал. И тебя, и твое кресло я сломаю, братан. Если ты понимаешь, о чем я. Далеко видишь? Шо, пацан, видно? Нормально там, не нападают? Чисто у границ. Ништяк видел, который видел. Здесь, по всей видимости, можно было на корень залезть. Слушайте, давайте сходим, пока я осознаю, куда мне нужно. В плане, пока не забыл одним глазком. Да, слушайте, это можно сделать. Оу, май, мого щиндерю. Ну не... Еще выше нельзя? Можно вот сюда, тут секретный секрет. Я колоколист-колоколаст. Проколоколил, но плохо. Меч рыцаря Микеллы. Так, это вроде обычный. Он на святую. На веру. Священный клинок прикольно выглядит. Не знаю, зачем мне сюда нужно, но зачем-то нужно. А нужно ли вообще? Помните, в Bloodborne был такой капюшон, когда ты ехал, и такой звук дзин-дзин-дзин-дзин-дзин по стенкам лестницы. Хорошо объяснил, жаль, что плохо. Ого, маленькая древоэрт. Могу потянуть? Не поддается. Видимо, это потом мы сюда приедем. У нас будет короткий путь. Вообще... Если так подумать, парень задний не имеет. Парень имеет только переднюю. Сейчас мы, конечно, поглядим одним глазком. Не там был. Или не там я был. Ну, короче, где-то там я был. Омородная, мне точно сюда идти? Опять кристаллица, посещенница, бассанец сидит. Вообще ненавижу их как расу. Я не понимаю, как их побить, поэтому они мне кажутся ультимативными. А так, по-моему, у них какой-то щит. И рано или поздно его можно сбить. Уже три прокаста. Во, и теперь урон пошел. Три прокаста вот этой штуки, и можно наносить урон. Угу. Гнилой кристальный посох. Но он всяко хуже моего. Мы, конечно, можем прочесть описание. Дабы иметь понимание. Ох, лол. 48 мудрости. Кристалл остается человека. Красная гиля. Что? Секундочку. Что с красной гилью? Усиливает кристальный чар и прожжен кристальной гнилью. А накапливает он ли? Слегка накапливает красную гниль. Гу, слушай, так это... Слушай. А он типа неулучшаемый? У него усиление вообще нулевое. Слушай, ну это надо будет попробовать. Я реально, наверное, попробую, потому что красная гниль, вы видите, что она делает с игроками и вообще с кем бы то ни было. Сюда тоже, по идее, можно прыгнуть. Возможно, это ошибка. Но Влад не ошибается. Не сегодня. Ой-ой, а может, и ошибается. Уронить? Продолжить. Ра-та-та-та-та-та-та. Well done. Легчайшую там подружку согрели. Оу, щит. Может, подойдешь? Мы с тобой поговорим по-мужски. Ну, подходи, дрянь. Наконец, уронять ее начали. Нормально. Лечиться быстро, пока не поздно. Ой, шлем чистой гнили, как же он красиво выглядит. Если он еще сопротивление от гнили дает. Рыцари чистой гнили поклялись сражаться бок о бок с Малинией, невзирая на постепенное и неизбежное гниение их плоти. Они приняли от судьбы и яростно шли в атаку. Блин, охрененно. Кузнечный камень. У меня камни мрака кончились, мне теперь кинжал будет нечем улучшать, к сожалению, моему величайшему. При всем моем желании или нежелании, я теперь не смогу нормально улучшить кинжал. Нихера дядя бахает. Да ты, может, это того? Охеревший пес. Ну, не знаю, я мог сюда пойти или нет. Я что-то немножко уже заплутал. Вроде бы это вот то место, где я проходил. Блин, тут столько билдов интересных можно замутить. Хромовой большой болт.
Да, локации, правда, бесконечненькая. Могу нанести достаточно урона? Хорошо. Самые дефолтные чары всегда им баланс не лучше. Я просто надеялся, что он успеет выйти, я успею нанести ему урон. Блин, все работяги сагрились с меня. Ну что за дела? Почему соседний не проникся уроном? Я не знаю. Немножко лута сутулова. Ну, до чего же ожидаемо было. Я хочу фулсет этих ребят. Он, наверное, очень тяжелый. Из неприятного. Тут что-то вообще сражаться особо не горел желанием. Давайте, там обычно маленькие локации, маленькие зоны. А я вообще куда иду? Я, наверное, неправильно иду. Надо было с малым древом Эрд сражаться. Нафиг. Я что-то зассал. Ну, вряд ли здесь какая-то подстава будет. Тройные... Ой, красиво. Как будто пресс мужчины выглядит. Пойдем попробуем древо тогда завалить. Головой не ударился. Чтобы быть осторожнее. Здесь вот меня немножко напрягает, что нельзя никого на помощь позвать. Что охрененно далеко потом бежать сюда, если что, в случае чего. Раскастовываюсь. О, оно сгнили, ё-моё. Что-то мне совсем не нравится такой расклад. Ну, тут вся поражена гнилью, как бы нужно было догадываться. Но, к сожалению, я глупый. Вы знаете, здесь достаточно быстро можно дойти сюда. Единственная беда в том, что я душу, если что, профукиваю. Не хотелось бы, конечно, этого делать. Но других вариантов тоже особо нет. Вот сейчас без гнили был урон. Бахнем, попробуем чапурону. Хороший урончик. Дядя, дядя, текай. Побегать надо. Мамасито, сеньорито, бомбукуито. Что-то прям ультимативно много она урона наносит. Наверное, в тот раз я слишком близко был к ней. Легко мансить достаточно. Нихера себе! Одна плюха пол лица унесла почти нам. Наноси, Владос. Тра-та-та-та-та-та-та. Но все на красную гниль. Главное, чтобы не подходило. Блин, просто дерет. Ну ничего, будем впитывать, куда деваться. Есть еще мансит, куда есть. Очень далеко бьет, к сожалению. Передаем, наносим. Сосать хрень. Ну, кое-как. Гнилой посох. Блин, тут посохов сейчас надают. У меня же кристаллица есть гнилой посох. Тоже весьма интересен. Только что дали гнилой посох, и я не вижу, где он выглядит, как он выглядит. Копателя. Гнилой кристальный посох. Слушайте, упоролся, не вижу посох. Отличный ништяк. Ну и здесь, оказывается, это был тупик. Хорошо. Блин, нос не дышит совершенно. Надеюсь, мы с этим справимся. Что-то мне вообще не нравится, что тут происходит. Судя по всему, еще очень большая часть локации осталась. Ну, пойдемте хоть в какую-нибудь сторону. Надежда на то, что найдем что-нибудь. Мать моя, тут еще ниже можно. Ой, ну ладно. Я все-таки хочу каким-нибудь нормальным путем пройти. Но что-то мне подсказывает, что нормального пути тут и нет. Это тупик же был, да? Просто спрыгнуть где-нибудь как-нибудь. Блин, тут абассанские валькирии, это просто тренда. Вторая ходит, ну и хрен бы с ней. Быстро, пока она не видит. Пока уронена, наносит урон. Ра-та-та-та-та, красиво. Что-нибудь выпало? Меч рыцаря чистой гнили, каев.
Это взрыватель. Ой, хорошо. Где чистые гнили? К сожалению, не знаю. Это такие каракатицы стрёмные. Смотри, еще и блочки успевают. Потушило. Ух, чем дальше, тем страшнее. Чем без шуток, так страшнее. И страшнее, и сложнее. Ого, а как сюда? На коняшке нельзя. Лол, так нельзя же сюда попасть. Ну потом как-то можно. А он вообще нормально вышел с такой высоты, на него и упали? Он даже не ощутил урона. Если же чары вообще не наносят урона, гляньте. Если не и наносят, то какой-то уже очень смешной. Блин, еще одно древо эрт, мать моя. У меня фляжка кончилась, и хилок-то не так уж много. Ого. Я просто пацаны лут возьму, ладно? Можно напарника позвать, это радует. Какой ты мудак. Я, в принципе, так и хотел. Нормально. Я могу здесь позвать напарника? Ну, какое ты суканство. Ой-ой. А вообще пожить-то можно себе? Кто это? Просто с нихера кастует, мразь никчемная. Кое-как пытаюсь пробраться в этом самом месте. Но это не так-то просто, как вам кажется, на первый, мать его, взгляд. Здесь я, по-моему, бежал куда-то. И было зашибись. Я, наверное, заспидрунить. Мразь никчемная, сука, сын дерьма. Да обосысь, дрянь. Из души бы забрать. Слушай, ну мне, наверное, не дадут... А вы знаете что? Я тильтанул, да, бросил пульт, как всегда, блин. Я надеюсь, что до конца прохождения Elden Ring у меня доживет игра. Здесь вот есть у меня небольшая идейка. Здесь же я могу, смотрите, вот сюда сделать джамп. Я попробую. Если что, не получится, ну тогда уж таков путь. Ай, головой ударился, нормально. Вот сюда, и я сейчас как-нибудь через низ постепенно, аккуратно туда смогу прийти. Я думаю, это достаточно здравое предположение. Ну, потому что, ну, не вывозят что-то мое, не вывозят. Мои пальцы, сами видите. Руки, крюки, горе в семье. Здесь уже можно призвать фантома. Я пока раньше... Времени призывать не буду, я отойду. Зову теперь. Походу залупень тут живет просто. Братан, ну ты чё? А так мансит типа в разные стороны. Нифига, он что, испопарился? Сюда. Какой урод, мам родная. Тупо из Bloodborne пришел прямиком. Красавчик, мое почтение, мужчинка. Призрачный ландыш 9. О, моя мама, щиндейру. Не знаю, сколько мне. Еще и до хера, короче, я понял. Чуть люто. Родной, спасай. I need a hero to save me now. Я как флексит, шмексит. Не ту кнопку нажал. Нормально. Так не пропадай, роднулька. Тут еще нам с тобой стольких надо унизить. Место выглядит тупиковым. Так же, как и мое развитие. Ну, ничего, бывает и так. Я не знаю, зачем я трачу мечевидные ключи. Надеюсь, не зазря. Видите, лжец. Ништяк, смотри. Лол, не могу взять. Печать Марики от боли. Это выглядит как талисман. Могу ошибаться. Значительно повышает характеристики, увеличивает получаемый урон. Ух. Ух. Блин, вы знаете, я бы прям... Ну, прям ради интереса можно же взять. Сексапильно у меня характеристики повысились. О, да, просто каменные характеристики, если вы понимаете, о чем я. Ну да ладно, погнали. Я это немножко покушал. Чувак, попил, чтобы настроение поднять, чтобы от тильта отойти. Вот. Блин, значительно повышает урон. Вот тут вопрос большой. Ну, хотя характеристики тоже повысили. Мое предпочтение.
уже что-то вылупляются. Хорошо, влетели. Не могу сказать, что сильно много или сильно мало. Это может рэпчик быть. Немножко FPS дропнул мне. У них тут дофига, это я уж понял. И снизу я точно смогу залезть. Я так понимаю, я по катакомбным окольным путям смогу вот сюда пролезть. По крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Что все выгорит. Иди, блин, кристалли яиц. Оу, щит. Джонни, они уже нападают на меня. Два снучка. Ля, как флексит, а? Есть пробитие? Есть хотя бы одного. Блин. Еще пару хитов. Теперь этого пинаем, родной. Сам понимаешь. Ситуация такая себе. Отлично раскастовал эту херню. Встану на нее. Можно, есть пробитие. Ау. Красавчик. Ну, туго, но развалили. Тут очень жирные ништяки, я думаю, это стоило того. Еще одна кристаллическая, чему тут стоит. Уронили и продолжаем ронять. Не вставай. Есть пробитие. Ближе встану, нанесу урон. Просто в ничто его. Мрыном внушающий парахис сюда. Кутно-кутно, вечером покушаю. Последняя фляжка с Эстасом. Етить-колотить. И еще древо эрт как-то ломать. Руна плавелителя. Так, сопля, не пропадай. Пожалуйста, не умирай. Очень криповое существо. Быстрое шо, пипец. Верстка шо, пипец. Будто оно там не одно. Так, сопля, уходи с яда. Призрачный ландыш с них стабильно падает. Вот, и мне теперь как-то тут наверх надо. Если это, конечно, то место. Это вот одна лестница. Мне на самом деле вот сюда лучше. Здесь еще одна хрень. Ой, сейчас попадет урон. Сука, косорукий даун, уйди. С дороги. Встал у меня на пяти. Сучара. Сука, ну спаси хозяина, мразь никчемная. Идите, у меня жопа сгорела. Короче, вот здесь тузов сейчас попробуем зайти. Да что за... Да слезь ты, на нолик жму 8 раз. Пойдем, поможешь мне. Дуралей Петрович. Ты поднимаешься или нет? Обоссанный мой, пойдем. На что, пропадет сейчас? Не смей, сука, не смей. Ну куда ты пропадать собрался? Просто не понимаю, вот сейчас вообще не вовремя он начал пропадать хотеть. Да, наверное, эту херню лучше убрать. Ну откуда? Ах, мразь, еще одна есть. Слушай, ну это без вариантов вообще. Просто настолько ультимативная залупа, что я, наверное, попытаюсь пробежать сейчас еще раз. Звезда, просто звезда. Я прям хочу в рот нассать Миядзаки за такую херню. Знаете что, прикольно, конечно, характеристики увеличивать. Но что-то я сомневаюсь, что это мне прям настолько нужно. Прям реально сомневаюсь, что мне это настолько нужно. Не, вы понимаете, я очень сейчас старался не торопиться, максимально осторожно все потихоньку сделать. Но, как по мне, это просто лишено всяческого смысла и здравого ума. Банально нереально сделать.
Блин, тут сложно сейчас будет. Но что там ты пробегаешь, тебе жопа, что тут ты пробегаешь, тебе жопа. И по факту ты вообще нигде не можешь пробежать нормально, по-человечески. Это очень досадно. Если честно. И здесь ты особо не, прос... ну, не простолсишь. Короче, очень дерьмовое. Я попробую еще раз. Очень дерьмовое место. Мне просто нужно забежать в очко, не драться с этими мразями тупыми. Потому что это лишено смысла. Ну и опять до хера тысяч душ просрота будет. В этом не сомневаюсь. Залупа одну можно убить. Быканула дрянь. Сколько, сколько, 70? Она все мои души схавала, что ли? Похоже на то. Почему она одна? Да, сложно, слезой мы тут можем и развалить, в принципе. Родной, ты идешь со мной помогать. Она вот опять почему-то как будто пропадает. Какого хера? Медзака, Бабадзака, Абассака. Что ты опять там поднасрал мне? Этого урода надо выключить из игры. Без вариантов, походу. Опуститесь, абассанцы, я потрогаю благодать, потому что вы такие уроды, ваша ж мать. Сын дерьма. А, это тоже мразь. Уё. Жик. Нет слов. Ну ничего, главное, мы уже до благодати дошли. Слушай, ну это прям... Я могу сказать, у меня персонаж просто люто перекачан. Как же тут трахают. Просто, ну не знаю, либо кооперативная локация это, либо что это. Ну просто прям дерут просто во все щели. На все бабки. Дерьмо, это сейчас поднаношу урона побольше. Ну эту залупу я хотел бы брать, если честно. Думал на самом деле, что успею отойти. А то есть даже так ты зайдешь, да? То есть тебя не смущает, что ты как бы немножко, блин, не смущает. Ну, деремся, anyway. Куда деваться? Очень удачно, нет смысла с ним драться, потому что это будет... Да-да, беги. Унижено, опущено, попущено, распущено. Так, рану повелителя дали. Не уверен, что это тот самый нужный костер для меня. Но теперь я могу, в принципе, по них потихоньку этих ублюдков еще бахнуть. Красивое место выглядит на самом деле. Чё-чмо. Конечно. Куски дерьма никчемного. Ну это все, это звезда. Просто забей. Просто хочу зачистить это место, чтобы уже не оставлять его. Мало ли там что-нибудь плюс-минус полезное есть. Сейчас уже посмотрим, и все алрайт будет. Волшебный, что ли? Почему он пропадает, как будто бы? Сын дерьма просто и проститутки. Простите мне такие слова, очень злые, но это просто факт. Я прям очень зло выражаться стал. Прям эта локация прям злиться меня заставляет. Чё, обоссанцы? Ваша остановочка? Хоть бы чего-нибудь дельное дали, ну серьезно. Просто смех. Так, тут тупик. Ништяк еще возьмем. Там есть дорога наверх. Священный бутон.
Давай слазим, посмотрим, куда это выведет нас. Можно на лестнице фонарик включать? Нет, нельзя. Просто в получасовую анимацию мы залочились. Здорово. Святого древа, сюда. Как будто ниже прыгать начал уметь. Не могу. Ну, не знаю, зачем это надо, если честно. Возможно, как-то их расстрелять, типа. Ну, туда и дорога. Давайте быстро посидим и отправимся дальше. На душ я уже даже, я там 200 тысяч профукал только что, не переживаю. Впереди сундук с сокровищами. Ох, йоу. Я не завалю, мне пока что проще залезть и лутануть быстро. Гнилой кристаллический меч. Сосайте, лалки. Потом на мобилу назвы наберите. Вы не сможете ж пройти? Пусть они могут пройти, они могут пройти, они могут пройти, шеф, отбой. До операции. Обновили ложков. Вау, на магию. Наделен мощной магией, сила атаки зависит от показателя мудрости. Так она накапливает гниль. Блин. У него пепла войны нету. Без шутеек я бы с ним походил, может быть, потому что красная гниль, мать моя, какой она лютый негативный эффект накладывает. Уже не вру, я очень хочу с боссом подраться, чтобы закончить эту локацию. А вот хороший вопрос, куда идти в первую очередь, а куда во вторую? Ну, руны героя, это, конечно, хорошо. Это, конечно, неплохо. Там, скорее всего, какая-нибудь красная гниль будет. Я даже не знаю, чем ее снимать. Блин, ну место выглядит мое почтение. Оу, щит, это пипака. Я смотрю, какой-то серп лежит. Хотел лутануть, попробовать. Вон оно чё. Бабочки лутабельные или нет? По всей видимости, нет. Могут мне что-нибудь подсказочки помочь, ребят? Вот. Ого, здорово. Я вас помню, сучар. Как сексапильно. Слушай, серьезно, настолько все всрато будет. Господи. Мы это просто без вариантов. Вы че, рофлите? По дерьму этому двигаться как-то надо же. Тут еще какие-то твари, да, сидят? Отлично. Я не знаю, куда мне надо, к сожалению. Искренне пока не знаю куда. Рискну предположить, что не сюда. Хера себе. Лечиться, пожалуйста. Там что ли босс-файт будет? Тогда мне еще вообще 500 лет туда идти. 15 000 лет. Да потому что это рафлян какое-то лицо. 5 эстосов, Владос. Нужно точно решать. Я думаю, вдруг тут костер будет. Так, не надо затыкаться. Тут нет ни хрена интересного. Текаем, Джонни. 3 эстоса осталось. Нет шансов на ошибку. Слазь, слазь быстро. По воде покатайся, может, это снимет гниль. О, я нормально. Сюда. Пойду души, наверное, по. Так, вроде бы нам нужно в спускной канал вернуться. Сейчас мы этим займемся и посмотрим, сколько еще тысяч миллиардов, миллионов миллиардов шагов до босса осталось. Да, это оно.
Но походу это не босс. Еще целый ярус вниз. Чего? А, ну, я уж прыгнуть хотел. Хорошо, не прыгнул. Слушай, ну я походу за серию это не пройду. Ну, надо попробовать. А я хотел в той серии это запройти. Ахаха. Смешной Влад. По всей видимости, сюда? Тоже столько ништяков, все это хочется забрать. Может быть, действительно можно так обойти? Нет, писюн тебе, говорит игра. Придется идти так, как задумано. А задумано, разумеется, не очень. Повезло, повезло, как же мне повезло, потому что я везучий парень. Лычинка бабочки. Блин, я уже так замучился по этой локации бегать. Да, давай, родной, как, нормально тебе? С руки зашибись. Я уж было думал, не попадет. Наверное, вниз надо. Так, здесь мама, папа. Чудом каким-то попал. И все закастовал. Вообще не знаю, куда идти, если честно. Господи, как же лагает. Малютки отдышат, как не малютки, нифига. Даже не знаю, в какую сторону идти, пойду хоть в какую-нибудь. Ну это я вышел из этого душнейшего места. Вообще нет желания ни с кем сражаться, но, видимо, придется. Просто бесконечная локация. Просто беска, мать его, жеванный кот нечная. Не драться, думал, не будут, а они будут, ублюдки. Ну, сука, ну я пощадил тебя, ублюдка никчемного, а ты так мне отплатил, Антон Петрович. Какие еще мрази. А, ну нормально, что, заблочит, говорит, все, братан, я заблочу. По приколу, я фулл эстус себе дам, бахну, я ж мразь, петух. Там еще слева ублюдище пришло ко мне в гости. Да, привет, шалавы. Бежать? Ладно. Была у меня идея не драться с ублюдками. Я ее не послушал. Стоило бы. Выглядит как тупик на самом деле. Что намекает нам о том, что идти, наверное, в другое место нужно. О, этого я выключу, если ты. С этим у меня разговор короткий. Такой же, как мой писюн. Сюда. А, нет, я могу еще ниже. Сильно ниже. Ладно, попробуем. Я просто думал, типа, они на могилах сидят, оплакивают своих собратьев, проигравших. А нет, нормально все, пацанов. Вообще ноль вопросов. Не знаю, куда идти, не знаю, куда идти пока что. Очевидно, назад и в другую сторону попробовать пройти. Насколько это здравая тема, другой вопрос. Но имеем, как говорится, что имеем. Я вообще пропрыгаю. Гля, какой прыгучий пес. Более прыгучий, чем я. Через вот этот вот сооружение. В другую сторону до конца. Не уверен, что мне нужно сюда. Попробуем. Да пососи. А может в эту сторону можно было? Слушайте. Я что-то совсем не подумал. Господи, еще и в эту сторону можно фулл локу пройти. Ох ты ж, ё-моё. Там как бы нету пройти возможности. Но эти точно меня шотнут. Это вообще уроды. Ты можешь отсосать, отойти? Просто повезло, что он не попал. Если честно. Тут батя пришел. Батя с теткой. Ну это беда. Бежать, 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 всекать. Ой. Самое печальное, что опять же непонятно, куда идти-то в итоге. Креветок позорных валим. Ладно, а кто обещал, что будет легко, правильно, Владас?
Две больших. Три больших, твою мать. Те натянуть могут. Уже готовятся натягивать эти меня. Сука, мразь. По боку, говорит. Я не попаду по тебе, говорит. Кусок дерьма закончит свой великолепный путь или нет? Ладно, я не против. Если я найду проход. Ну куда идти-то? Слушайте, ну это место выглядит максимально... Или там вот проход есть, или оно максимально тупиковым выглядит. Пока что не понял. Пока что полностью не понял, куда идти, к сожалению. С той стороны куча солдат-работяг, с этой стороны куча этих креветок. Куда идти, совершенно непонятно. И от этого максимально больно. Можно дальше сильно. Вот от этого я и ненавижу эти локации, потому что вообще непонятно, куда идти, зачем в эту игру играть. Во-первых, во-вторых, в-третьих, в-пятнадцатых, в-двадцатых. Это чисто мое такое субъективное восприятие. Попробуем в ту сторону сходить. Уёжище. Текаем села. Может быть, можно было все это время в лифт пойти сразу? Сука! Прямо просто оплеуха. О, давно пора. Неужели босс? Нахера я там ходил по полчаса? Опа, стоп, сначала делаем нормально. Как это благодать называется? Корни святого древа. А может быть это оно? Ну это девятихвостая. Нердостранник, full set. Бабочка Ионии. Много бабочек. Ну что, неужели дошел? Неужто дело сделано? Что-то столько лифтов. Короткий путь, наверное. Ой, быстрый Миядзаку. Услышал наши просьбы. Сделал быстрый лифт. Ля какой. Да, то самое место. Гасик от срезка. Кто-то там самовыпиливался, либо орал очень истошно. Я наслышал о ней, знаю, что она дикая. Дикая, дерзкая, опасная. Попробуем, куда деваться. Да. Даже не знаю, буду ли я этим пользоваться. Ну, поехали. И я так долго спала. Моя плоть пожелтела, подобно потускневшему золоту, а кровь испортилась. Я оставила после себя гору трупов. В ожидании его возвращения. Внемли моим словам. Я Маления, клинок Микелла.
И я прежде не знал о поражении. Сейчас узнаешь. Ой, мразь, не дает по-мужски встретить бой. Можно мне петлю позвать? Я нажимал ворот. Пощади, сутула, дочего арена красивая. Пока не дает даже просто пожить и отойти. Запоминаем мувсет, пытаемся. Неужели? Посмотрим, что вообще по урону имеется смысл драться с ним. Ого! Душа очень душно будет. Она каждым ударом сосет хпшки, как не в себя. Шансов ноль, господа. Никогда это не в лол. Это, наверное, босс на 8000 часов вперед. Она просто все отсасывает. Был бы у меня такой код. Здорово. Уронили собаку. У меня же вторая фаза должна быть, нет? Или сначала нужно уронить полностью? У нее еще вторая фаза будет, проверяйте. Если не началась сразу, значит будет сейчас. Что-то шансов меньше нуля. Готово. Только первая фаза. Пипец. Еще у меня Рикард остался из непобежденных боссов. Wait. Постой. Контроллер очень сексуально завибрировал. Да, здорово. Алый цветок распускается снова. Сейчас ты познаешь истинный ужас. Загниешь до костей. Ну, короче, get ready for the next battle. А уешь нет? А у ничего себе урон такой просто. Не мальчика, но мужа. Еще и с красной гнилью это все. Вообще есть опция пожить. Слушай, мы как-то ей очень много урона нанесли. Блин, чувак. Так не вовремя сделали с тобой две АОЕшки. И она опять сосет все. Йоу. Тетя, вот это ты, конечно, лярва. Просто без вариантов, господа. Я не представляю, сколько тысяч лет с ней драться. Да. Вторая фаза у нас вообще с минимумом по времени будет. Ну, тогда что сейчас делаем? Пробуем больше фляжек бахнуть, потому что... Не так важна мана, как важна хилка здесь. Это первое. Так, повысить чары молитвы. Нет, фляги. Даже вот так, наверное, может быть, потом еще сделаем. И теперь я еще хочу... Стамину, временное восстановление ХП. Вот, ОЗ. На вторую фазу это бахнем. Шансы есть, но очень маленькие, если честно. Просто без шуток, наверное, пока что это самый крутейший босс. И самый, наверное, сложнейший, на мой скромный взгляд. Соплю сразу зовем. Лечиться пока не будем, пока сопля раздупляется. Я за танком. Сопля, в бой.
Видишь, как сосет. Как надо. Надо было раньше колдовать. Дядя, дядя, тетя, пощади. Отпусти чуть-чуть меня, хотя бы пожить-то дай, дрянь. Видишь, что творит собака? Слушай, это прям хороший босс. Дядя Бабадзака знал, что делал. Надо было сразу колдовать, тогда был бы шанс. Вот как сейчас. Мужик, шансов не особо много. Ну не подходишь ты, не давай себя бить, мразь. Она мимо взяла, но все равно ударила. Лярва. А просто впитывает весь урон. Ультимативный цвет. Ну, говорит, пососу-ка я хп, сука. Звезда кудлатая. Сейчас очень хороший был, а у Еврон мог бы быть, но не было. Давай, запинывай, родненький. На все бабки. Well done, well done. Ссаная анимация, еще не смотрел. А, та-та-ра-та-ра-та-та, у, та-та-ра-та-ра-та-та, е, та-та-ра-та-ра-та-та, нано, та-та-ра-та-ра-та-та, тан. Я, короче, это, многие шутили то, что Elden Ring, огненное кольцо Влада, да, вы не представляете, как у меня передачало с некоторых боссов, горит, без шуток, это настолько ультимативные мрази, это просто нет слов. Не, ну без шуток, ну вы согласитесь, ну это нормально вообще, что настолько сильно дерут. Просто столько урона, что трындец, Петрович. Сука, ну можно урон нанести, ну даунство какое-то, просто кретинство. Овца сутулая, мразь никчемная. Уху, хп снова. Здорово, шо почего? Сука ты сутулая, ясно тебе, мразь. Звезду я отсюда, лярва. Да, вид имеет, блин. Просто пипец. Слушайте, ну, если клинок настолько хорош, если мы ее завалим, то мы заимеем ультимативную имба-мега-пупер-супер-убер-пушку, которая будет натягивать абсолютно всех и вся и везде. Может быть, попробовать не торопиться? Я не знаю, что со второй фазой делать, честно. Честно, не знаю. Ну это прям без шансов. Прям максимально без шансов. Танкуй, малюточка. Не давай себя бить. Родной, не отдавай ей хп. На самом деле это было ошибочно. Думать, что она это не накажет. Ой, в первый раз. Иду-ка я. У нас двух этих будет сосать хп. Так. Уж если ты еще умение на этой катании, я, наверное, буду катанистом. Да простят меня, маги. Простой урон. 2х. 4х, наверное, урон был. Ничего, ничего, деремся. Двоих, здорово. С обоих хп пососало. Мне просто интересно, есть ли опция пожить. Не ту кнопку нажал.
против, я тут попью. Может, какими-то другими заклинаниями побить? Но мне кажется, слишком быстро для них. Типа неэффективно вообще. Блин, ну она слишком быстра. Ты, может, полечишься, овца никчемная? Давай танцевать учиться. Потанцевали. А вот так всегда. Первую фазу я легко свалил. И первую фазу, и еще и часть второй. А теперь я даже первую не могу свалить. Блин, это настолько ультимативный противник. Я разочек попробую взять, может быть. Не знаю, что взять. Если честно. Может быть, дугу съесть одну. Я искренне сомневаюсь, что это поможет. Ну, это что-то же есть какая-то. Брать же есть. Может, маг больше? Маг-атаки сделать. Прям. Дорога в один конец. Ну ты подходи, ничего, не стесняйся. Две 500 всего лишь. Всего лишь две, мать его, 500. Три 300 от соседа тракториста. Не, похеру. На свой урон нанесет, я так понимаю. Там клочья, братик. Сопля, давай, танкуй. Сосать. Вот что тут делать, я, честно говоря, хер знает. Я вообще не знаю, как к ней подходить. То есть это невозможно, на мой взгляд. У меня ладошки трясутся, если честно, господа. Сердечко стучит. Не бей меня, плиз. Хереть дерет. Ну куда ж ты столько много бьешь-то, дрянь? Срак у тебя. О! Лагануло. Ну слушайте, это была очень хорошая попытка. Я в жизни не завалю. Просто звезда, какой крутой босс. Мне кажется, я никогда ее не пройду. Ну без шуток, вы видели, что она творит? Можно, конечно, попробовать танка сделать, то есть полностью затанковать эту соплю. Мне очень понравилось ее, когда мы в эту зажали, в угол. Там очень эффективно было. Но это гораздо хуже попытка будет. То я прям на фулл хп ее зажал в угол. Хотя... Вот она все отсосала. Ну не давай же ты себя бить, родной. Чё, неплохо ты сделал. Сейчас просто в корень упали. Давай. Отлично. Немножко глупо, но ничего, бывает.
Почему ты меня бьешь, сука? Не убивай соплю. Пипец просто. Полечись, идиотина. Охрененно. А вообще есть опция пожить вот после этой стадии? Господи. Но это не босс, господа, сорян. Но это просто звездец. Ну типа без шо, без рафлов. А есть ли опция с ней биться? Хотя бы чуть-чуть на равных. Вы чё, шутите? Это как бы типа считается боссом? Мне кажется, это считается пердачало растиранием. Давайте, наверное, попробую фантомов позвать. Не, господа, я все... Сука, никчемный. Когда, сука, не надо, ты всегда это делаешь. Я все понимаю, но это звезда. Просто звездище. Я, наверное, эту лярву не выбью. А многие эту козу утравят. Хочу магов позвать. Чем больше будет за меня, тем, в общем-то, лучше. Я, наверное, не знаю, с консоли тащу, потому что так долго призываться, это надо прям уметь. Здравствуйте. Надеюсь, вы знаете, что делать. Алло, мадапака. Эй, такая крикливая девчушка. Сейчас, братан. Третьего ждем и идем. One second, please, bro. У него кинжальчик, я думаю, он не знает, что делает. Взяли бы какой-нибудь опышный билд и помогли мне. Красный, что ли? Ох, ё. Что-то я не то немножко позвал. Что-то не то. Ну давай, помогай, братан. Что-то мы не то сделали. Ладно, пойдем на босса, бро. Бро, пойдем на босса. Я передумал. Тю. Как она выжила эту херню, я не понимаю. Слушай, это, по-моему, бьет. Я бы на самом деле хотел, чтобы он за меня остался. Хорош, просто убийца вообще. Идите, он убийца. Нельзя, да чё ж всех нельзя? Ладно, пойдем, я думаю, ты и сам завалишь, ты чё-то прям красавчик. Братан, сделай что-нибудь. Я, конечно, очень плох. Я буду стараться как могу. Ну, он умеет. Мне бы какой-нибудь опишной штукой ее завалить. Я бы не отказался вообще. Если честно. Она... А, так он еще и магией бьет вверх. Фига себе. Блин, жестко, сложно, но попытаемся. Красиво танцуем. Так, теперь я разряжаюсь. Блин, просрал. Жадный Влад. Глупый Влад. Короче, я не знаю, господа. Еще раз, короче, попробовал. Может быть, получится у нас как-нибудь этого босса отовнить, я не знаю. Честно говоря, но будем пытаться. Гэнг-бэнг тут устраиваем с работягами. Конечно же, она на меня будет. Ошибка, Влад! Так, братан, надеюсь, ты выживешь. Очень на это хотелось поверить. Как вообще это выживать? Ранил я.
Давайте бахаем про фурсетку. Красавчики, слушай, что творят работяги. Я не умею доджить, пацаны. Убегать. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Что делать? Вы умеете что делать, пацаны? Ну вот, если честно, не очень. Блин, хоть бы они ее убили. Слушай, ну в Соленова я реально не знаю, это просто красавца. Это что такое? Блин. Был очень хороший помощник. На самом-то деле. А ты же... Не все же сдохли, ребят. Я еще один остался? Я что-то не понял, а где все мои пацаны? Я что-то не понял. Я, конечно, и сам неплохо дерусь. Но хотелось бы пацанов. Где что? Камера уехала. Слушай, а куда пацаны все делись? Чё-то я не понял. В общем, план какой? Еще разок я пробую. Получится, да? Да. Не получится, нет? Нет. И, наверное, будем заканчивать, потому что мне, к сожалению, нужно уходить, а я хочу серию дозаписать, чтобы она уже поставилась на рендер. Блин, нельзя Серика призвать. Такой эффективный мужчина был в теории. А, здравствуйте. Hello, hello. Так, ты кто? Ну, давайте тебя, что ли, с крутом. Почему нет? Все, нельзя. Да что ж такое? Подождите, пожалуйста. Уважаемый, я очень... Да, тоже давай. Вот ты глянь, какой. Я тоже такой жесть хочу. Лол, у меня тоже такой есть, прикинь. Надо спать будем. Брик. Яро. Давно не виделись. Оу-ля-ля, она трогает меня за... А, не трогает. Главное, понимаете, в Dark Souls главное не тильтить. Чем больше ты тильтишь, тем больше ты хлебушек. Здорово, мужик. Здорово. Погнали в бой. Let's fight, motherfucker. Не могу я, к сожалению, удалить этого босса. Слишком он для меня ультимативен пока что. А чё вы? Там фантом какой-то на нас напал. Ты прикинь, какая дрянь. Вроде справились, вроде справились. А, он сам с собой, наверное. Это очень странно. Давай, натягивайте эту девку. Пожалуйста, на все бабки. Я надеюсь, вы умеете делать. По красоте красиво, пожалуйста. Слушай, а вот всякое отравление какое-то. Гдичка, грязь. Хорошо. Весьма профитно. Мне бы какой-нибудь упишный убил ее. Пришел? Убил бы. Ой-ой, что творят эти молодые. Блин, не умирай, плиз, родненький. Блин, да что же он так насилует-то? Прям безумие какое-то, братан. Вся надежда на тебя. Может, реально кинжалом бахать ее? Почему он попал? Они, походу, тренировались на мне, если честно. Я так предполагаю. Блин, а сколько же ей надо на кровоток настакать-то? Едеть. Ну, походу, это остановочка работяга. На фул хп себе уже вернула. Хороший урон. Дядя, не бей. На, братан, вторую фазу мы с тобой явно не вывезем. Я так понимаю. Пытаться, конечно, можем. Но шансов особо нет. Я нажимал. У, братишка. Ну, короче, я хлеб. Я еще разок попробую с фантомом, потому что вроде бы вполне себе неплохо получилось. И действительно нормальная тема на... Слушай, ну кровоток жесть какой долбит. Ну, походу, я никогда ее не убью. Нужно разные варианты пробовать, потому что эта фигня, сами видите, не помогает. Есть... А, я даже использовать не могу. Чё? Колдовства у меня нет? Статус. Блин. Ну, я тогда еще раз попробую с пипякой, с соплей. Да, да, нет, нет. На самом деле, досадно. Первый раз, ну вот, за весь Elden Ring встретил босса, который меня надирает. Действительно. Я типа не могу его за раз завалить. Это прям действительно прикольно. Ну и чё ты? Долго будем подходить? Кстати, удачно мы тут встали. Здесь большой плюс, что у него нет огромного хп. Из-за трех противников, как бы.
это очень большой плюс. Если бы я действительно кровоток не настакивал, вы не представляете, как это профитно. Или ему какой-нибудь кровоток дать. Хорошо. Жаль, что она не упала. Выпало хорошо. О, это critical hit, ты смотри. А я и не знал. Прыгнула козень. Вот пока что очень большой вопрос, что со второй фазой делать. Вообще невозможно. Она сто процентов наносит урон. Я вообще не могу отпрыгнуть от нее. Ладно, будем, наверное, прокачиваться, будем пробовать. Полторашку наносит просто с проджектайла. Премного всех благодарю за просмотр. Бесконечно длинная серия, почти полтора часа. Не завалил, но зато как бы посмотрели локацию, охрененного босса посмотрели. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Как-то так, господа, как-то так. Не могу отменить жест, понимаете? Мои почтения, Миядзаки. Всем добра. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.